Главы поселений со своими коллегами и помощниками в вопросах благоустройства с волнением ждут объявления результатов конкурса. Комиссия рассматривала претендентов на победу в 7 номинациях. Одна из самых ответственных – комплексное благоустройство территории. Оценивалось наличие детской и спортивной площадок, освещение и озеленение территории, наличие площадки для сбора ТБО и информационного щита. Не все представленные дворы соответствовали этим критериям. Возможно, только заявки поселков Ильинский и Быково, сельских поселений Софинское, Новохритонское, Ульянинское можно отметить в этой номинации. Старт благоустройства в Раменском был дан еще в 1999 году. Начали с города, присоединились к работе поселения. За 15 лет люди привыкли к появлению новых площадок для отдыха и спорта, лавочек, тротуаров и фонарей. И теперь каждый житель Раменского района может точно дать определение все чаще употребляемому слову «благоустройство». Постепенно, понемногу мы создаем то, что важно, важно человеку не только сегодня, но будет важно через год, через два, и вот через 15 лет. На 2015 год в районе запланировано комплексное благоустройство 10% дворовых территорий. Выполнено 12. Установлено 65 детских и спортивных игровых площадок. Проведено озеленение территорий, появилось 2500 парковочных мест. Более 430 миллионов рублей составили расходы всех поселений на ремонт дорог. Надо сказать, что нас, членов конкурсной комиссии, подкупило такие качества в главах, как неуспокоенность, профессиональный подход, знание каждого уголка своего поселения, в котором чувствовалась любовь к своей малой родине и ее людям. И вот в этом отношении скрывается загадка успеха глав этих поселений. Именно здесь мы увидели благоустроенные дворы, порядок, чистоту в каждом населенном пункте, на каждой улице, а также большой зачин на будущие дела. Которая оценила работу администрации нашего поселения. И хочу сказать, Владимир Федорович, дел впереди много еще. Будем приносить пользу людям, конечно. Очень приятно всегда работать в таком тонусе соревнования и доброго соревнования, которое может научить всех, каждому просто хорошей и красивой жизни. Мы продолжаем работу, которая была заложена. Хотел поблагодарить свою администрацию. Это заместителя начальника благоустройства Кузнецова Ольга Александровна, которая сидит целый день за этими компьютерами, тендеры, там, котировки. То есть это колоссальный труд на самом деле. И, конечно же, мы служим Раменскому району и сельскому поселению Кузнецовский. В 2015 году регулярно проводились выездные семинары в поселения района с осмотром объектов благоустройства. Семинары позволили главам посмотреть не только на то, что делается в соседних поселениях, но и проанализировать свою работу в сфере благоустройства. В номинации «На лучшую детскую площадку» приняли участие 17 поселений. Самой передовой площадкой с точки зрения комиссии признана игровой комплекс «Пиратский корабль» в поселке Дружба, сельское поселение Кузнецовское. Выполненный из пластика, смотрится ярко, имеет различные элементы. Пластиковая форма заслуживает внимания. Была в конкурсе и номинация, в которой оценивалось участие жителей в благоустройстве своего дома. Хотелось бы отметить номинацию «Мой дом» и те подъезды, которые находятся на территориях поселений Кузнецовское, Новохритоново, Ульянинское, Сафоновское, где жители проявили и воплотили в жизнь свои идеи по благоустройству своих подъездов. Предлагаю главам поселений и дальше поддерживать творческие инициативы своих граждан и поощрять их. Ряду поселений хочется пожелать более активной работы в данном направлении. Комиссия отметила работу всех глав поселений, и опытных, и молодых. Некоторые получили сразу несколько дипломов в разных номинациях. Лидером конкурса по благоустройству в 2015 году стало сельское поселение Ульянинское. Первое, второе место – это не так важно. Я хочу сказать, что в Раменском районе настолько сплоченная команда глав, которые
порой не приходят домой, порой задерживаются на работе, порой вкладывают свои деньги в решение тех или иных вопросов, но их решают. В проведении благоустроительных работ принимают участие многие подрядные организации. Особые слова благодарности прозвучали со сцены в их адрес. Сергей Григорьев, Елизавета Скрябина для программы «Городские вести».